Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И сегодня я хочу поговорить с вами о косметическом использовании белого гриба. Именно о косметическом. О его лечебном использовании и других лечебных свойствах мы поговорим в другое время, в других местах. Итак, как лечебный косметический препарат белый гриб начали использовать уже в античной Европе? Еще древние римляне высоко ценили белый гриб и готовили, употребляя его в специальных помещениях, в таких садах, которые назывались болитариями. При этом римлянки высоко ценили свойства белого гриба заживлять маленькие шрамы, оспины, следы от какой-то угревой сыти на лице и так далее. Это вот у этого гриба свойства действительно уникальные, отличают его от всех других грибов, которые можно использовать в косметических целях. То есть белый гриб, он очень ценное косметическое средство. Но это далеко не все. Белые грибы богаты фитогормонами. Один из них – это гибереллин, гормон роста, который давно применяется в синтезированном виде ветеринарии, селекции и фармацевтики. Косметология в настоящее время активно использует фитогормоны белых грибов и выпускает косметику, излечивающую от облысения, стимулирующую рост волос и ресниц, а также, как я уже сказала, восстанавливающую структуру кожи и волос, что очень-очень само по себе интересно. В домашних условиях для ухода за кожей лица и рук можно применять белые грибы в свежем виде и белые грибы в сушеном виде. То есть если вы сейчас, ну, вот в сезон, допустим, да, вы собираете белые грибы, они у вас есть свежими, то вы можете использовать их прямо свежими. Для этого готовится кашица из свежих белых грибов, это основа косметической, вот грибной косметики из белого гриба. Это там две основы. Первая основа – это кашица из свежих белых грибов. Используется все плодовое тело и ножка белого гриба, кроме трубчатого спороносного слоя. Его перед приготовлением кашицы лучше удалить. Хотя не принципиально, можете не удалять, ничего страшного не будет. Ну, вот, совершенно классические рецепты из Древнего Рима римляне удаляли. Вот так вот спороносный слой. Вот. Что нужно сделать? Белый гриб, вот это вот плодовое тело белого гриба, нужно измельчить. Можно в блендере, можно через мясорубку. Никакого витамина С там нет, так что не бойтесь, если он прикоснется к металлу, как все некоторые боятся, что, не дай бог, металл прикоснется к нашему косметическому средству. Нет, в данном случае никакого вреда не будет. То есть оно никак не изменится от соприкосновения с мясорубкой или блендером, ваше косметическое средство. Итак, вы приготовили эту кашицу из белого гриба свежего. Но если у вас сушеный белый гриб, сейчас, например, зима, и белый гриб есть только сушеный, а вы готовите его следующим образом. Вы вспоминаете, что белый гриб высыхает в 20 раз, то есть 50 грамм белого гриба, порция, это соответствует 1 килограмму свежего гриба. 1 килограмм – это 1 литр воды. Значит, вы берете 50 грамм свежего белого гриба, размачиваете в 1 литре воды. Стараетесь сделать так, чтобы он при комнатной температуре размок до состояния, ну, максимального какого-то набухания, насколько возможно. Потом все это, да, держите это, выдерживаете это при комнатной температуре, ну, часа 4, наверное, нужно на разбухание, больше не стоит, может там пойти какие-нибудь ненужные процессы, поэтому больше не стоит. Потом перебиваете это все в блендере, то есть вот эту водичку вместе с распухшими белыми, сушеными белыми грибами, и получаете по существу, то есть химически, ту же самую кашицу из белого гриба, которая была бы у вас, если бы вы только что собрали свежие белые и использовали их для этой цели. Ну вот так вот. Дальше, значит, вторая база для вашей домашней косметики – это вытяжка из белого гриба. Ее точно так же можно приготовить и из свежих белых грибов, и из белых грибов уже высушенных. В первом случае, если вы готовите вытяжку из белого гриба и свежих белых грибов, вы берете 1 килограмм белых грибов, 10 грамм поваренной соли, 2 грамма лимонной кислоты и еще литр, извините меня, 2 стакана воды, 2 стакана. Наливаете в кастрюлю 1 стакан воды,
кидаете туда 10 грамм соли и 2 грамма лимонной кислоты и погружаете нарезанные белые грибы. Начинаете это все варить, прямо кипятить и варить. Варите достаточно долго, пока белые грибы вот не разварятся, не распадутся. По ходу этой варки, поскольку объем уменьшается, уваривается, добавляете потихонечку частями еще стакан воды. Больше не стоит. Итак, сварили. Но после варки, ну, варить нужно минут 30, наверное, вот так вот примерно. После варки у вас все равно, хотя белый гриб будет уже очень мягким, это я говорю о свежем белом грибе, у вас все равно останутся кусочки, кусочки плодового тела. Вам нужно это все, скажем, через сито процедить и эти кусочки тщательно отжать, как можно лучше отжать. Вот то, что у вас будет сухое, то, что вы отжали, это вы можете кушать. То есть даже примените в пищевых целях. Это к нашей косметике сейчас, к нашему разговору отношения не имеет. То, что стекло и осталось эта жидкость, вот этот бульон, если хотите, крепкий, можно сказать, и так далее. А вот это и есть ваша будущая вытяжка. Вот этот бульон, все, что осталось в кастрюле, когда вы вытащили грибы, и все, что вы отжали из них, отжимая, плотно отжимать надо хорошо, вы помещаете снова в кастрюлю и на медленном огне начинаете кипятить. И кипятите до тех пор, пока вы не уварите это до консистенции жидкой сметаны. Это долго, это много уваривать надо. Но через какое-то время уварится, то есть выпарится, уварится, и будет у вас такой сироп. Ну, соус, можно сказать, из белого гриба. Кстати говоря, он вкусный. То есть, если вы хотите его как пищевую какую-то добавку использовать, вы можете его использовать. Но у этого соуса есть одно великолепное свойство. Его можно хранить. Вот таком вот уже... Это не соус, это вытяжка, на самом деле, из белого гриба называется. Его можно хранить вот в таком вот уже готовом виде. Как это сделать? Простерилизовать банки, как для консервации. Залить туда эту вытяжку из белого гриба горячей. Ну, баночки маленькие вам понадобятся. Из килограмма белого гриба у вас получится от силы 100 грамм вытяжки. То есть не готовьте 3-литровые. Ну, вот. В общем, значит, простерилизовали баночку, залили туда это все горячим и герметично закрыли, как консервы закрываете. Это может храниться, ну, так же, как консервы целый год. То есть не портится и так далее. Вы можете открывать, храня в холодильнике, длительное время это использовать. То есть вытяжка из белого гриба в открытой банке в холодильнике может храниться, ну, месяц, может быть, даже больше. Поэтому вы можете использовать ее до конца, не опасаясь, что она испортится. Но если у вас свежих белых грибов вам не досталось, а есть у вас только сушеные белые грибы, вот, например, у меня в таежном магазинчике есть сушеные белые грибы, то из них можно приготовить вытяжку, чтобы она уже просто стояла у вас под рукой была. Чуть позже я расскажу, как ее пользоваться. Сначала как ее готовить. Берете сушеные белые грибы. 1 литр и 2 стакана воды. То есть в первом случае у нас было просто 2 стакана воды. А здесь 1 литр и 2 стакана. Почему 1 литр? Потому что нам нужно размочить белые грибы до их первоначальной, так сказать, массы. 50 грамм сушеных белых грибов. Заливаем 1 литром воды, доводим на медленном огне до кипения и варим. Варим, добавляя постепенно 2 стакана воды еще. Варим, ну сколько? Ну, наверное, минут часок надо поварить, если сухие были грибы белые, вот так, чтобы они разварились как следует. Смотрите, чтобы они стали как будто свежие. Такие маленькие скользкие кусочки, ну, чтобы у них сердцевинка вся размокла. Вот, пробуйте. В общем, пробуйте на вкус, это очень вкусно. Да, кстати говоря, перед варкой точно так же добавляем на литр воды 10 грамм соли и 2 грамма лимонной кислоты. Все, сварили. Дальше поступаем точно так же, как и со свежими. Все, что осталось твердое, отжимаем. Все, что жидкое, всю жидкую фракцию увариваем до густоты сметаны. Храним точно так же, стерилизуем баночку, наливаем туда горячим, закрываем как консервацию. Все, вот так вот храним. Это вытяжка из белого гриба, косметическая вытяжка.
Теперь я расскажу вам, что же со всем этим делать. Что вы можете сделать? Скрашиться из белого гриба, приготовленный двумя способами, либо с вытяжки из белого гриба, как их использовать в косметических целях. Итак, рецепты. Маска из белого гриба и оливкового масла для кожи лица. Берем 1 столовую ложку измельченной мякоти белого гриба, то есть нашей вот пасты вот этой из белого гриба. Не вытяжки, а того, что мы делали из сырого белого гриба. Кстати говоря, обратите внимание, чем они отличаются. В первом варианте нет термической обработки у белого гриба, то есть у кашицы из белого гриба. А во втором варианте у вытяжки из белого гриба есть длительная термическая обработка. Поэтому, в принципе, это две разных основы для косметических средств. Итак, дело имеем с кашицей. Берем 1 столовую ложку кашицы из белого гриба, 1 столовую ложку теплого оливкового масла и 1 столовую ложку 10% сливок. Тщательно все это растираем и наносим на лицо толстым слоем. Через 15-20 минут смываем теплой водой. Если у вас сухая кожа и вам нужно сделать эту маску питательной, то вы во всю эту массу добавляете еще 1 столовую ложку морковного сока из моркови. Обратим внимание вообще вот на этот принцип. Смешивание белого гриба с жирными компонентами, то есть с оливковым маслом, со сливками, вот с такими вот вещами, позволяет ему не превратиться на вашей коже при высыхании за 15-20 минут в такую отпадающую массу. То есть жир, он будет ухаживать за вашей кожей, вот оливковое масло, например, да, и сливки, и заодно позволит грибу оставаться мягким, отдать вашей коже насколько-то больше веществ. Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, вот этими вот. Если вы делаете маску, то делайте ее по рецепту. Следующий рецепт. Маска из белого гриба и яйца для шеи. Очень интересно. 2 столовые ложки той самой вот кашицы из белого гриба растереть сырым желтком и добавить несколько капель перекиси водорода. Получившаяся масса должна быть без комков и не слишком густая. Затем наложите ее на шею. Через 10-15 минут и это смываем холодной водой. Такая маска оживит и подтянет кожу, еще сделает ее немного светлее, кому это интересно. Следующее. Используем вытяжку из белого гриба, то есть то, что мы варили и уваривали до густоты сметаны. Вытяжку из белого гриба просто само по себе густо намазываем на такие участки кожи, где у вас есть коллоидные рубцы после родов оставшиеся, растяжки. Следы от оспы, следы от неудачно убранных угрей, какие-то шрамы, вот эти вот места. Густо намазываем эти места. Вообще можно проблемные места, которые вы хотели бы заживить на коже или как-то восстановить. Выдерживаем 20-25 минут, после чего смываем теплой водой. Следим, чтобы, если высохнет, сильно не отваливалось. Если, вы чувствуете, что сейчас отколется, то есть вот вы намазали, да, масса, сама вот этот экстракт высох на коже и может отшелушиться, вы можете немножечко сбрызнуть водичкой или смочить. Иногда помогает приложить влажную тряпочку наружу, иногда помогает чуть-чуть побрызгать водичкой вот на это вот, чтобы все-таки 20-25 минут удерживать эту ценнейшую маску на вашей коже. Далее. Процедуру эту можно повторить, вот эту вот 20-25 минут подержали, смыли, дважды или трижды подряд. То есть, когда речь идет о рубцах, конечно, воздействие нам нужно очень интенсивное. Вы можете делать это ежедневно в течение нескольких недель. Причем вы заметите эффект, что рубцы начали уменьшаться уже после одной недели вот такой вот проведения ежедневно таких интенсивных процедур. Вообще это того стоит на самом деле. Дальше еще один рецепт. Это влажный компресс для выведения угрей, сыпи и уменьшения также лунок после оспы и краснухи. Я думаю, выведение угрей и сыпи это мега актуальный рецепт. И поверьте мне, белый гриб здесь очень-очень эффективен.
3 столовые ложки мякоти белого гриба, вот той самой кашицы, которую вы измельчили, ну, то есть, либо из свежих, либо из сушеных грибов. Добавляете в них 2 чайные ложки, то есть на 3 столовые ложки гриба, 2 чайные ложки оливкового масла. Смешиваете полученную массу, наносите равномерным слоем на лицо, укрываете тряпочкой, то есть маской. Ну вот есть такие салфетки, маски уже с вырезанными дырочками для глаз и носа. Можете просто вырезать отверстие для глаз и носа и накрыть. И сверху пленкой с такими же отверстиями. То есть делаете такую, ну как бы согревающую маску, если хотите. С этой маской лежите 20 минут. Заметный эффект наступит через неделю после ежедневного применения такой маски. Вот. Так что белый гриб – это великолепнейшее косметическое средство. И я советую всем красавицам не забывать, что это, что это очень мощное оружие в их арсенале. Что белый гриб, вернее, может стать мощным оружием в их арсенале, если они начнут его использовать. Все, мои дорогие, на этом я заканчиваю свой рассказ о косметических свойствах белого гриба. Прощаюсь с вами. Всего вам самого-самого доброго. А да, конечно, не забывайте ставить лайки этому видео, подписываться на канал, поскольку здесь будут разыгрываться призы, и они будут разыгрываться. Ближайший розыгрыш призов состоится уже на следующий день после выхода вот этого видео. И еще одно. Заходите в таежный магазинчик «Медвежий угол», где часто проводятся акции, бывают скидки. Ну, и вообще очень интересно. Всего вам доброго, дорогие друзья.